Заботься обо мне, я хочу жить. Маленького ребенка привлекает вода. Он может найти ее в бассейне, в ведре или в тазу для стирки вещей. Минуты достаточно для трагедии. Следи за ребенком. Прими все меры, чтобы избежать несчастного случая. Не оставляй ребенка одного в воде даже на секунду. Накрывай крышкой любую емкость с водой. Не оставляй на полу посуду с водой. Блокируй доступ к местам, где есть вода. Бытовые несчастные случаи среди детей можно предотвратить. Обеспечь ребенку безопасный дом.